Лорды, сэры, пэры, мое почтение. Сегодня я вам покажу, как сделать медицинскую маску своими руками. Берем чудо-тряпку, есть на каждой кухне. Отматываем два листа, отрываем. Складываем в два раза. Еще разок складываем. Руки предварительно помыть. С двух сторон делаем надрезы. Разворачиваем. И теперь, внимание, складываем таким образом. У меня будка большая, поэтому сложно. Надеваем. Наша медицинская маска готова. Лорды, сэры, пэры, будьте здоровы. Передача «Сидим дома», да? Пока все дома. Ну а что, все же дома.